Всем привет-привет, и это вторая часть игрушек Plants of Zombie. Вот столько их тут. Вот это такой шлем зомби, только, видимо, что... Точнее, зомби, который сидит в таком шлеме, да? Это такой шлем. Машина зомби. Скейтборд. Он пытается, покажи, как он пытается. Покажи. Что у нас еще такого может быть интересного? Такое вот растение стоит. Как оно называется, что это за растение? Мне оно очень нравится. Я себя тоже не знаю, но... Так вот это вот, кто такие? Я таких не знаю, но... Это как клубника. Ну, короче, клубника, наверное, так я понимаю. Наверное. Может, клубничка. Заряжаем. Пульнуть. Ну, ты уже пульнул. Давай еще рассмотрим каких-то новых растений, новых зомби. У нас появились новые зомби. Да. Вот. Так, вот такие вот зомбаки. Да. Новые. По цвету. Так, ну, пушка это понятно. Так, вот. И фитиль должен держаться. Ну ладно, давай подсолнуха посмотрим. Покажи с обратной стороны. Я не думаю, что это заряжен? Я думаю, просто так. Ну, называется, там есть еще. Покажи, как он заряжается. Вставляем подсолнух. Тут вот это заряжаем. Как будто там ничего нет. Ну, у меня там. Вот такой вот новый зомби появился. Он с кувшинкой. А, показал. Вот такая вот морская черепашка. На столе. Я еще пока не знаю, к кому она относится. Наверное, она относится просто. А вот эта вот кукурузная пушка. В прошлый раз у нас была похожа? Да. Покажите она. Она вторая. Ахмутка. Но на этот раз она немножко другая. Во-первых, она может ехать. Во-вторых, она сильнее стреляет. Давай. Ух, есть. Так, собираем. Ух, стреляет. Кукуруза пушка. Ну что у нас тут еще из новинок? Ну, просто вот эти уже были. Ну да, мы их сюда уже так подставили. Это, ну, но это еще далеко не все, правильно? Да. Если вы хотите увидеть еще больше растений против зомби, игрушек, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.